Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал. Посмотрите, пожалуйста, мой новый вложик. Он небольшой. Сейчас во Франции идут забастовки, именно в Париже. У нас грязно, у нас много мусора. И, честно, настроения такого не было много снимать. А сейчас французская столица, наверное, самая грязная в мире. Но это все пройдет. Уже потихонечку начинают они убирать. Короткий вложик о том, как мы гуляли на блошином рынке. Я ездила с мужем в первый свой секонд в Париже, во Франции. Было очень интересно. Оставайтесь со мной, смотрите. Спасибо за лайк и за подписку. Вот так каждый день мы встречаем ребенка со школы. Да, Сонечка? Еще тот флешмоб погулять на улице с собакой, смотрите, это просто жесть. Мы стараемся все это дело обходить, потому что абсолютно не хочется никакой заразы ребенку на лапах. Мы все обходим и дома тщательно моем лапки. А вот, кстати, такая чистенькая улица, даже мы удивляемся. Соня, скажи, приятно гулять? Мы очень-очень далеко забрались от нашего дома. Такая длительная прогулка, потому что тепло, 15 градусов тепла. И мы гуляем, знаете где? Возле тюрьмы. Насколько я знаю, что это самая-самая крупная тюрьма в Париже. Вот такой высоченный забор, каждые 5 метров камеры. Вот, и что меня удивило, вот на, вверху этого забора, этой стены, есть такие решетки, и там куча-куча пакетиков висят разных. Я у Кристофа спрашивала, что это за пакетики, оказывается, родственники и друзья заключенных перебрасывают через эту стену, что? Правильно, наркоту. Это ужас, ребята. Вот я сейчас покажу вам такой пакетик, он висит. Ну вот, висит кому-то счастье. Вернее, не счастье, потому что не удалось перебросить. Ну, вон парочка какая-то, видите, заглядывает. Походу, там друзья в тюрьме. Это жесть. Приехали в Славмаркет немножечко закупиться украинскими продуктами. Вот можно купить все приправы здесь, засолочку. А вот заветная полочка. Творожок. Вот такая стоимость. Сулугуни. Скумбрия. Селедочка. Разная гречечка. Взяла я, конечно, вот эту, скворянка, вот стоимость. Шоколад бабаевский, арашен тут же, палочки, пряники. Быстренько покажу вам распаковочку. Меня переполняют эмоции, хочу, чтобы мои попробовали еще кое-что. Чего они не пробовали? Поделиться с ними частичкой детства. Счастливого. Так, солодки деточкам. Вот такие молочные кукурудзяни палочки. Конфетки пчелка. Колин уже попробовала, сказала, что это бомбей просто. Рошен вафли. Попробует. Золотая лилия. Я не помню, это конфеты... чьи, так как написано на русском языке, скорее всего, российские, ну, может быть и нет, может, белорусские, не знаю. Мне их советовали, сказали, что очень вкусные. А, это мы зашли в японский супермаркет, купили ей покки. Эти такие печенья, она любит со вкусом Орео. Конечно же, куда без этого.
Хочу, чтобы Кристоф попробовал вареники с вишней. У нас очень трудно найти вишню вообще. Поэтому на пробу я взяла. Если ему понравится, может быть, когда-нибудь сделаю. Сырники. Он их обожает. Решили попробовать замороженные. Вообще, какие они. Состав классный. Естественно. Конечно же. Гречечка. Гречечка, сквыряночка, чистесенька, гарнесенька, гречечка. На пробу вот такие шпроты. Не знаю, вкусные будут или нет. И посоветовал продавец вот такие картошки. Картошки с вареникой. Вареники с картошкой. Сказал, что тоненькое тесто, очень вкусные такие варенички. Все. Все, это на 32 евро. Вот так. А вы бывали когда-нибудь в секонд-хенде в церкви? Это вообще прикол, да? Очень интересно. Я решила посмотреть, что здесь продают. Вообще, какой опыт может быть. Впервые в таком месте я бывала в секонде. Очень интересно. Для опыта ничего, дороговато, наверное, но если найти классные бренды, то это оправдывает. Я нашла три вот такие вещи, два платья. Это дизайнерские платья и кожаную юбку. Она полностью новая. За все я заплатила 52 евро. 1 килограмм 50 евро. Покажу вам потом. Мы приехали в такую компанию забрать наш подарок. Наша семья подарила нам подарок. Две ночи в шато. Сейчас мы забираем сертификат и выберем шато, в котором будем останавливаться. Города Бальзак.
мы приехали в Eat Italy. Это огромный супермаркет и 5 ресторанов итальянской продукции. Самые разные варенья, шоколадная паста, фисташковая, фундучная, фисташковая мука, ореховая мука, разнообразные орехи. Какая-то новая кола для меня, итальянская Молли Кола. 1,70 евро.